Несколько минут назад стало известно, что в городе Москва в фитнес-центре «Динамик» в одной из саун был обнаружен ведущий Андрей Малахов, лежащий на полу. Шоумен вместе с друзьями арендовал баню на 12 часов, но по истечении положенного срока друзья вышли, а Андрей Малахов не появился. Один из товарищей ведущего заявил, что Малахов хочет продлить аренду еще на несколько часов. Когда и это время истекло, работники бани забили тревогу и зашли в сауну, где обнаружили лежащего Андрея Малахова. Общеизвестный факт, что в последнее время с Андреем происходит что-то не то. Часто отменяются прямые выпуски программы и появляется очень много слухов о состоянии его здоровья. В одном из последних выпусков программы случился казус. У Андрея Малахова прямо в прямом эфире упал парик. Ведущий попытался сохранить хорошую мину при плохой погоде, но зрители обнаружили, что у Андрея волосы не натуральные. В одном из выпусков программы «Секрет на миллион» популярный телеведущий признался, что уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Одна из причин прогрессирующего заболевания – это атлетическая гимнастика, которой ранее занимался Андрей Малахов. Ведь все, кто помнит Андрея Алексеевича в молодости, знают, что ведущий не обладал спортивной фигурой, но затем, спустя годы, благодаря гимнастике и приему специальных стимулирующих препаратов, он приобрел фигуру спортивного атлета. К сожалению, спустя годы прием спортивных таблоидов дал о себе знать, и теперь ведущему приходится расхлебывать ошибки молодости. Из сауны Андрея Малахова срочно доставили в больницу. Одна из причин госпитализации – ведущий занимался спортом в сауне, чтобы сбросить вес, и переусердствовал с нагрузкой.